зажигалка с высоким отпуском. В камерной отпускной электропечи производится отпуск на заданную температуру. В данной печи мы в основном производим температуру отпуска у нас на твердость 28-34 улучшения. Это самая распространенная твердость для деталей электроприводов. Камерные электропечи – это сердце нашего участка. Значит, нагреваем на требуемую температуру и охлаждаем в масле индустриально. Для разных сталей, значит, своя температура, время выдержки определенное в зависимости от толщины материала. Вот это вот у нас венец, он уже прошел и закалку, и высокий отпуск на заданную температуру. Так как эти детали массивные, тяжелые и количество большое, у нас есть возможность еще их отпускать в такой вот большой печи с загрузочным устройством. После ТВЧ, если зубчатые колеса, объемы уже небольшие, производим вот в этой вот небольшой тоже камерной печи на после закалки ТВЧ отпуск на заданную твердость. Также вот отжиги алюминия производятся в этой печи. Плюс, если что-то нужно после закалки, допустим, D16, нужно соблюсти интервал точный по температуре, разбег всего плюс-минус 5 градусов. Хотя данная печь имеет большие габаритные размеры, но температура на эту плюс-минус 5 градусов четко соблюдается. Сдача идет по диаграммам. Разброс вот у нас плюс-минус 5 градусов обеспечивается. Участок здесь отпускаем, так как на разные стали, на разную твердость, разные температуры, то здесь уже печей у нас побольше. Значит, также в этих печах выполняем нормализацию, цементацию крупных деталей. Допустим, 003-е кольцо вот у нас тоже идет, 82-е изделие. В той печи большой, которая загрузочная, там корзины побольше ставим. Что-то если поменьше, типа звездочек там вот, значит, то уже вот в такой вот печи цементацию выполняем. Значит, ну и говорю, после ТВЧ, что отпускаем, вот уже небольшая печка, на ТВЧ небольшие объемы, вот здесь вот отпускная. Ну и уже сказала нормализацию, отжиги, такие вот сейчас выполняем, стабилизации, ДНК-6 отжигаем. И вот это вот третий у нас участок термический, называется вакуум. И здесь уже все оборудование вакуумное, обеспечивающее защиту деталей от окисления. То есть детали, размеры практически окончательно выполнены, только на точные, на микроны оставлен припуск. И обрабатываются в этих печах. Здесь мы также обрабатываем и материалы 50N, 79N, 49 К2FA, листы на двигатель. Но это уже все для военки. Приобретена новая печь Vega 3M, московская, габаритами рабочего пространства 200-400-200. Здесь она уже управляется с помощью мини-термо по программе. Задача режимов идет с помощью программы. Точное поддержание температуры плюс-минус 2 градуса обеспечивает. Для снижения остаточного устранения после закалки выполняется обработка холодом, а затем уже отпуск выполняется. Данная печь нам также позволяет выполнять закалку мелких деталей из нержавеющих сталей, обеспечивая тоже вот безокислительный нагрев. Температура печи 1400 градусов максимальная.